сегодня мне повезло, посчастливилось. Мне сын принес билет на концерт факультета агробизнеса в Сельхозакадемии. Факультет агробизнеса отмечает юбилей сегодня, 70-летие своего образования. Ну и поэтому здесь большой концерт студенты ставят. Я вот иду, видите, сюда. Ну, чтобы не скучно было, давайте дорогу пройти. Прочитаю стихотворение. Либо гордость, либо заботу, либо просто забыл, и все тут обо мне. Я скучаю, я вся в печали, мы давно уже не встречались наедине. Неужели тебе так трудно появиться однажды утром или днем? Или лучше заснувшей ночью постучаться тихонько очень в окно мое? Ты же знаешь, я буду рада и накрою тебе в награду шикарный стол. Не надо, совсем не надо оправданий твоих, не надо и лишних слов. Лишь бы синим лучились светом, были бласковыми при этом глаза твои, чтоб поверить мне в это счастье и уж больше не сомневаться в твоей любви. Ну, это тоже стихи из книжки, из моего сборника «Птенцы любви». Уже тоже давненько я их написала. Ну вот, мы подходим, это стоянка автомобилей около сельхозакадемии, около ее центрального корпуса. Вот люди потихонечку идут, прибывают. Я чуть пораньше, конечно, иду. Вот. Ну и люди потихонечку тоже прибывают. Студенты, выпускники, преподаватели, приглашенные. Все люди сходятся. Вот это вот, видите, академия написана большими буквами на главном корпусе. Сейчас я вам покажу. Вот поближе подходим уже мы, поднимаемся, значит, сюда. Вот все тут написано, видите, Костромская сельскохозяйственная государственная академия Караваева. Ну, все здесь из Сибири находится. Видите, скверка такая. Здесь сохраняется. Спасибо за то, что сохранили любовь к родному факультету, что готовы сегодня встретиться с юностью. В этом зале собралась большая семья на семейное торжество.